Итак, армянский блогер Роман Багдасарян продолжает серию своих выступлений, в которых он разоблачает не только антипашиняновскую пропаганду, но и самих карабахских армян. И не только армянских девушек из азербайджанского города Хэнкенди, но и мужчин. Однако, все по порядку. Сначала об армянских девушках. Курорты. Каждый год 40 тысяч армян из России, из Армении едут в Турцию отдыхать. У вас нет претензий к этим женщинам? Предположим, вы тут нашли какую-то проститутку, вы кого-то обзываете из депутатов проститутку. Сообщаю вам, что некоторые девушки едут из Степанакерта в Шуши оказывать сексуальные услуги через миротворцев азербайджанским солдатам. Вы хаете Пашиняна, у вас претензий нету к своим девушкам, своим женщинам, которые едут туда. Об этом уже знает, наверное, весь мир. Пишите про своих женщин, про своих людей. Вот найдите... Тут возникает еще один вопрос о роли российских миротворцев в деле поставок армянских девушек азербайджанским воинам. Согласно данным Багдасаряна, напрашивается вывод, что российские миротворцы в этом процессе исполняют неблагодарную роль сутенера. Теперь об армянских мужиках, временно проживающих на территории Азербайджана. Говорит Роман Багдасарян. Рассказываю вам, что жители Сюника поймали 11 мужчин, слушай внимательно, 11 мужчин поймали жители Сюника, карабахцев, которые были одеты в женские парики, на которых был женский мейкап, платье и искусственные сиськи. То есть 11 мужчин в женской одежде поймали жители Сисиана. Нам вчера это рассказывали, когда мы ехали в Сюник. Это раз. Это для тех карабахцев, которые говорят, что во всем виноват Пашинян. То есть Пашинян виноват, что 11 мужиков у вас поймали в женских платьях и париках в Сюнике. Сообщаю жителям Карабаха, что у нас есть три фотографии трех мужиков, с которых сдернули парик и сфоткали и в парике, и без парика. А у меня нету 11 всех, но трое у нас есть. Вы не хотите критиковать своих мужиков, которые в париках убегали? Господа карабахцы, вы не хотите своих мужиков критиковать? 11 мужиков, которые намазали помаду и выбегали из Арцаха. И еще следующее. Сообщаю жителям Карабаха, что многие карабахские мужики залезли в машину с трупами солдат и спрятались в мешке под трупами. То есть под разорванными трупами они спрятались в мешок и живые легли под трупы. То есть машины, забитые трупами, они залезали под трупы, чтобы выехать из Карабаха. Это нам с Левой, с Виктором и с Дианой Булгадарян вчера рассказывали люди, которые участвовали в разгрузке трупов в Горисе. Сообщаю, что трупы разгружали в Горисе. Сообщаю, что многие карабахские мужики прятались в машинах с трупами, под трупами. И это чистая правда, которую знает весь Сюник. Те карабахцы, которые хают меня, вы говорите о своих братьях и папанях, которые спрятались под труп. Противостояние между ереванскими и карабахскими армянами – это уже состоявшийся и не требующий доказательства, факт. И то, о чем поведал Роман Багдасарян, раскрывает истинную суть и положение дел, которые так рьяно пытаются скрыть информационные сети, подконтрольные армянской диаспоре и некоторым оппозиционным силам в самой Армении.